Первый ангел вострубил. Tiếng kèn của thiên thần thứ nhất nổi lên. Mưa đá và lửa hòa với máu chút xuống đất. 1/3 mặt đất bị thiêu hủy, 1/3 cây cối bị thiêu hủy, và tất cả cỏ xanh bị thiêu hủy. Tiếng kèn của thiên thần thứ hai nổi lên. Có cái gì như quả núi lớn rực lửa bị ném xuống biển. 1/3 biển hóa thành máu. 1/3 các loài tụ tạo sống dưới biển bị chết. Và 1/3 tàu bè bị phá hủy. Tiếng kèn của thiên thần thứ ba nổi lên. Từ trời rơi xuống một ngôi sao lớn cháy như đuốc. Sao rơi xuống 1/3 sông ngòi và xuống các nguồn nước. Tên ngôi sao là Ngải Đắng. 1/3 nước hóa thành ngải đắng. Và có nhiều người chết vì thứ nước đã hóa đắng ấy. Tiếng kèn của thiên thần thứ tư nổi lên. 1/3 mặt trời, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao bị đánh trúng, khiến chúng tối đen đi 1/3, và đêm cũng thế. Tôi thấy và tôi nghe một con đại bàng bay trên đỉnh vòm trời, kêu lớn tiếng: khốn thay, khốn thay, khốn thay những người sống trên mặt đất, vì sắp nổi lên những tiếng kèn còn lại của ba thiên thần. Ai có thể nghĩ rằng tuy Ngài không nói với chúng tôi điều đó, nhưng nó đã xảy ra như vậy. Итак, господа, вы все прекрасно знаете имя этой легендарной женщины, которая потеряла своего сына в кровавой битве с могущественным персидским царем Киром. Это царица Массагетов, Тамирис. Но, чтобы победить в нашей сегодняшней программе, вам необходимо ответить на один единственный вопрос. Как именуется кинжал, оружие массагетов, которыми закололи себя воины царицы Тамирис? Ханжар! Правильный ответ дает вам право на обладание копией костюма Золотого Воина. Спешите, дамы и господа. Вам никто не говорил, что вы пугающе обольстительны и смертельно обаятельны? Что вы сказали? Извините. Я хотел сказать, что вы царица Тамирис. Царица Тамирис? Я не против, но меня звать Сальмия. А меня Саги. У вас загар Лазурного берега. А тут зной, пыль. Не задохнулись? Еще не успела. И не успеете, потому что я не позволю. Вы сравнимы с тем красавцем-царевичем, которого уложили в склеп. Не боитесь его участи? Я готов на все. Извините, я вас временно покину. У вас есть ответ? Да. Я жду вас на улице. Итак, господа полуночники. Кортик! Ответов много, но они весьма неутешительны. Шаппа! Никто! Повторяю, никто не смог отгадать, что оружие массагетов
Это Акинак. Акинак, дамы и господа. Акинак. Удачи вам. Создаете аварийную ситуацию. Прижмитесь к бордюру. Водитель БМВ Z-123. Прижмитесь к обочине. Водитель машины БМВ Z-123. Остановитесь. Z-123, немедленно остановитесь! Хорошо, что Шумахер вмешался. В настоящее время в состав Ульбинского металлургического завода входят урановое производство, являющееся одним из уникальных предприятий мирового ядерно-топливного цикла. Единственное на Евразийском континенте производство, выпускающее все виды бериллисодержащей продукции, одно из крупнейших в мире производств тантала. Машиностроительный комплекс, специалисты которого имеют богатый опыт изготовления высокоточных изделий на современном металлообрабатывающем оборудовании.
Ульбавтор-комплекс, производящий товарную фтористо-водородную кислоту и флюоритовый концентрат. Разветвленная инфраструктура, включающая проектно-конструкторский институт, центральную научно-исследовательскую лабораторию, испытательный, энергетический, информационный и сервисный центры, подразделения, решающие задачи автоматизации производства и выполнения транспортных услуг. Сегодня продукцию УМЗ используют в десятках стран Европы, Америки и Азии. Дамы и господа, мы прервемся на небольшую паузу, а потом продолжим работу. Спасибо. Разрешите, господин Стюарт? Пожалуйста. Спасибо. Доктор Темиров, Казахстан. Представитель Казахстана в комиссии, доктор Темиров. Казахстан? Это так далеко. Невада, Симей, но смею заверить, не дальше, чем ваша страна. Вы убедитесь в этом, посетив мою страну. Я сделаю это непременно. Как только представится случай. По природе я истовый путешественник. Но мой фатум держит меня на привязи. Большую часть жизни я провел в лабораториях, а теперь вот в кресле чиновника. Спасибо. Отлично. Хорошо. Лобстерс, стеф артишокс. Скач. Cheers. Thank you. Thank you very much. No. Спасибо, не надо. Excuse me. Простите, но вы забыли сделать заказ. Excuse me. Now is ураза. У меня ураза. Ураза? What that? Что это? Well, some kind of. Как вам объяснить? Пост. Пост. Fasting. Пост? Пост. No. Я не могу себе такое позволить. Well, then I understand. Как я понимаю, у вас ко мне есть дело, господин... Yes, Mr. Stewart. Да, мистер Стюарт. Тимиров. Тимиров. Here is my business card. Вот моя визитка. Thank you. But I would like to discuss the... Но мне бы не хотелось... Говорить о существе дела в данной обстановке. Я готов встретиться. Только о чем пойдет речь? Думаю, что вы заинтересуетесь моим предложением. Допустим. Probably. Moment.
Завтра заключительный день очередного раунда. Но после обеда мы свободны. Гольф-клуб на 10-м километре по главной трассе на Вену. 17:00. Вас устраивает господин Тимиров? И все же, какова тема нашей встречи? Важная. И ничего мы с вами не теряем. Зато можем многое приобрести. До скорой встречи, господин Стюарт. До свидания. Спасибо. Хорошо. Алло? Я слушаю. Говорите, кто это? Это я. Что случилось? Почему должно что-то случиться? Все нормально. Далеко за полночь. Вот я испугалась. Дорогая, я просто хотел услышать твой голос. Извини. Да что ты? Я так рада. Как здоровье? Тьфу-тьфу. Неплохо. Саги дома?
Я теперь редко его вижу. Ты меня редко видела, когда был помоложе. Похоже, у него бурный роман. Кто она? Разве он скажет? По телефону разговаривает только на английском. Интересно. Терпи, мать, терпи. Я только и делаю, что терплю и жду. Не переживай. Береги себя. Спокойной ночи. Хорошо, отец. До свидания. Звони почаще. И куда же подевалась черноглазая девочка из детства? Та, что подарила мне Шанговс. Подарила, чтобы я не забывал ее. Веселая была. А оставила только печаль. И никак не отступает она. Когда становится трудно, она вспоминается. И тут табун, и знаки предков. Странно. Столько знаков осталось от предков. Иногда кажется, что оставлены они нам для предостережения. Были люди, была жизнь, а остались только силуэты, тени. А ведь такое может случиться и с нами. Где гарантии? Что нас ждет? Ты искуситель, Саги. Со мной что-то происходит. Рядом с тобой я похожа на вулкан, гейзер. И ты тому виной. Я хочу тебя, хочу. Ты не представляешь, как мне хорошо. Я боюсь потерять тебя, хотя не знаю, примешь ли ты меня. Послушай, мы мало знаем друг друга. Кто я и кто ты? Нужно время. У меня идея. Ты маг и волшебник, от Бога. Но твоему таланту нужен размах, простор, признание. Тебя нужно открыть миру. Эти песни я уже слышал. Нельзя стоять на месте. Надо двигаться. Понимаю.
Ты не в силах поднять себя. Это должна сделать я. О чем ты? Мы откроем совместное предприятие. Я буду твоим продюсером. Это заманчиво. Но у меня в карманах пусто. О каком совместном предприятии может идти речь? У меня есть деньги. Есть связи. Я все проблемы решу сама. Ты же будешь предоставлен буйству фантазии. Я выведу тебя на большую арену. Мы покорим мир. Мы будем вместе. Всегда и везде. Иди ко мне. Гони своего скакуна. Хорошо. Поехали. Как мне надоел этот прыщ. Может его звездануть? Пусть едет. Тьфу. Совсем забыл. Что такое? Еду в гости и без цветов. Делаем так. Ты меня оставляешь у центрального входа ярмарки цветов. Ждешь меня на стоянке, она с тыльной стороны. Я покупаю цветы, и мы едем дальше. Сделаем как надо. Приехали. Что мне делать? Поезжай туда, как договорились. Здравствуйте.
Господин Стюарт, по вас можно сверять часы, господин... Тимиров. Извините, господин Тимиров. Мой компьютер иногда дает сбой, когда касается фамилий и телефонов. Но компьютер моих коллег подтвердил, что в Казахстане есть такой господин по фамилии Тимиров. Вы из Института ядерной физики, не так ли? Ваши коллеги не ошиблись, господин Стюарт. Я готов выслушать вас. Господин Стюарт, Казахстан является обладателем запасов высокообогащенного ядерного урана. Хранить подобный материал у себя не имеет смысла. Да и экономически невыгодно. И моя страна рассматривает возможность реализации уранового сырья на международном рынке вне установленных квот. И не наша ли общая задача, чтобы ядерное оружие, как и ядерные материалы, были в надежных руках? Желание определенных кругов иметь грязную бомбу настораживает. И потому ваши доводы достаточно убедительны, господин Тимиров. Но разве наше правительство возлагали на нас решение данной проблемы? Решать будут те, кто имеет на то полномочия. Но мы с вами можем размять эту ситуацию, которая во многом сняла бы подозрительность сторон. А в подтверждении серьезности намерений наша сторона готова предоставить вам сведения по высокообогащенному сырью в необходимом объеме. Хорошо. Я поставлю в известность об этом заинтересованных людей. С вами приятно иметь дело, господин Тимиров. А не отужинать ли нам вместе? Извините, у меня все еще ураза. О, я забыл, пост. Я такого себе позволить не могу. Господин Стюарт, благодарю вас за содержательную беседу. I'm waiting for compliments about the quality of my performance. You're a great player, Mr. Stewart. Oh, thank you very much, Mr. Temerov. Окончен бал, погасли свечи. Интересно, что ты напишешь своим читателям о тюрках 21 века? Почитаю пару дней газеты, которые освещали симпозиум, и сделаю свое резюме. А ты придешь ко мне и отредактируешь. Договорились? Но... моя поездка может и не состояться. Это исключено. Я дам поручение своему адвокату о регистрации нашей фирмы и немедленно вызову тебя. Ждать — это сверх моих сил. А теперь прощай. И не провожай меня. Иначе я что-нибудь сотворю, а потом буду долго об этом жалеть. Пока.
Хорошо. Кажется, что-то завязывается. Непростой узелок. Не заблудиться бы. Это как езда в тумане без ориентира. Помню, мама говорила, если заблудишься, остановись. Послушай себя. Обязательно появится знак или звук. И тогда делай первый шаг. И снова слушай. Это интуиция. Когда отец с табуном заблудился в Буране, мы его 3 дня ждали. Не знали, что и думать. А мама причитала: не волнуйтесь, дети, он не один. С ним лошади. Они вместе думают, как из беды выпутаться. Вот и мне надо думать. Напрячься и ждать. Не суетись, браток. Думай, думай. Когда в азыки играешь, важно, чтобы бита была надежная. О, руины величественной Римской империи! Я вас люблю. Запах крови и звон клинков будоражит меня. Как самочувствие, моя сладенькая? Твоими молитвами. Ты хотел что-то сообщить мне? План вербовки Темировых одобрен. Действия агентуры отработаны. Главное не переиграть. Это последний шанс перехватить инициативу. А ты уверен, что мы сможем заполучить агента в лице господина Темирова? Не надо забывать, что он продукт старой эпохи, и фундамент этой идеологии сидит в нем глубоко. Второе. У Темировых Саги единственный сын. В тупиковой ситуации отец пойдет на любые предложения, чтобы вызволить попавшего в беду сына. Ты прав. Я всегда прав, моя сладенькая. Удивительный пейзаж. Так, поехали, поехали, ребята! Давайте, живее! Во-во, спину держи, молодец, молодец!
Вот-вот. Так, сзади, вон там, кисло-кисло, разворачивайтесь живее. Вот-вот, молодцы. Изящнее, изящнее. Во-во. Во-во-во-во, пошла-пошла. Раньше времени зачем ты отпускаешь? Подержи ее. Вот. Отлично, отлично, живее, живее. Да. О, привет. Я здесь, подожди секунду. Стоп! Перерыв. Я слушаю. How are you? Как дела? I'm fine. Я? Okay, хорошо. Okay, yes. Хорошо. Oh. Okay. Все отлично. Everything is cool. Okay, I do this for you, everything. Just say. Я сделаю все для тебя, принцесса. Окей. Хорошо. See you later. Увидимся. Bye. Пока. Гульмира, я отлучусь на неделю. Вы сами занимайтесь, все дальше отрабатывайте. В общем, я позвоню. Хорошо?